Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Час дня. Я пришла домой. Вот. Ну, за продуктами ходила ж сегодня, понедельник. Но я освободилась очень рано. Я освободилась еще в 10:30. Потом я ходила по делам, сейчас расскажу куда. Погода у нас вот такая. Это там мои лапти валяются перевернутые, я выходила на балкон. Утром был снег. Температура плюс 2. Утром был мокрый снег, падал, таял. Потом пошел дождь. Ну, когда я уже поехала за продуктами, уже как бы более-менее нормальная была погода. Сейчас вам покажу и расскажу, что мне дали. Значит, вот такой вилли. Вилли с клубникой. Вот такие вот данончики. Вот они отсюда повыпадали. Данончики. Две упаковки. Видите, одна упаковка и вторая. Селедка. Ой, не селедка. Это нугатти. Ой, это вкусная вещь. Это орешки, лесной орех. Ну, вот как, знаете, как нутелла. И это тоже те же нугатти, только такие выдавливать. Вот. И срок годности тут очень хороший. Смотрите. До 15.06.21. А здесь я посмотрела, тут вообще до... Тут так плохо видно. Тут до 17.06.21. Ну, короче, почти одно и то же. Это вот, смотрите, это называется Виспикерма. 36% без лактозы. Это такие сливки, вот видите, тут нарисована взбивалка, которые взбивать в такой крем. И потом вот если вы торт делаете там с фруктами или, скажем, Наполеон или медовик, любой торт делаете и сверху или коржи перемазывать. Но я буду использовать для другого, я потом расскажу для чего. Вот такая селедочка, их две, видите, две селедочки. Вот, два хлеба взяла. Такую травку взяла, пирожки карельские одни, пирожки карельские другие. Видите, они разные, эти с рисом, эти с картошкой. Три вот таких яблока хороших, два таких авокадо, вот эти такие батончики, они очень вкусные. Но тут, видите, написано каннели, я не люблю каннели, это корица. Вот. Вот такие конфетки Фазер. Это просто молочный шоколад. Тоже очень вкусный. Вот такой салатик. Тут, видите, в этом салатике есть пакетик. Вот, пакетик есть. Вот с такими чипсами кукурузными. Вот. И две упаковки картошки. Это то, что сегодня дали. Сейчас расскажу, что оставлю себе, что отдам Нине. Вот это вилли оставлю себе. И четыре штучки этих себе оставлю, питьевых йогуртов. Эту селедку для Нины. Это тоже для Нины с Левой. Эту маленькую оставлю себе. Эту большую, потому что здесь, видите, здесь 340 грамм. А здесь посмотрим, сколько грамм. А здесь 250. Значит, маленькая моя, большая их. Вот эти вот сливки я половину себе отолью. А половину отдам Нине с Левой. Я не знаю, что Нина. А Нина часто делает ягоды и заливает там или сметаной, или кефиром, йогуртом. Вот она будет сливки взбивать и заливать для Левы. Я же думаю, у нас же в это воскресенье будет православная Пасха. И я думаю сделать булочек или рулеты с этим, с кремом. Ой, извиняюсь, не с кремом, с джемом. Вот. Так я вот в тесто положу вот это вот. Я думаю, это будет очень хорошо. Вместо молока положу вот это. Ну, яйца как положено. Значит, пирожки. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. А здесь три. Один себе такой оставлю и один себе такой. Остальное все отдам Нине с Левой. Хлебушка вот этот более такой темный. Да нет, он тоже белый. Ну, так, темненький такой, да? Ну, возьму так себе три штучки, мне хватит хлебушка. Остальное им отдам. Этот салатик для Левы. Яблоко возьму себе только одно, потому что у меня здесь еще одно есть. И я его не хочу есть. Эти Леве. Одно авокадо себе оставлю. Одно авокадо для
Нины с Левой. Картошку всю отдам, всю отдам. Вот этот салат отдам, вот эти отдам батончики Нине с Левой. Сейчас посчитаем, сколько нам дали конфет. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 штук. Была еще одна, я ее съела. 20 штук. Значит, 10 штук отдаю им, 10 штук оставляю себе. Вот, вот себе оставляю. 2, 4, 6, 8, еще 2, 10. Это мне, а это для них. Вот так вот я все поделю. Дальше расскажу вам, где я была. С сегодняшнего дня, видите, с 26.04, Кеся, это лето. Это летнее расписание автобусное. Вот фирма Феоли, которая возит нас на автобусах. Я взяла две книжечки. Одну себе, одну для Нины. И вот видите, вот это вот приготовила. Это гель для душа. Это для рук мыло. Это обалденный. Ой, такое вкусное мыло со скрабовым эффектом. Вот так вот, видите, тут мандарин и этот самый лимон. Вот 200 грамм большой кусок. И там, видите, такие черненькие точечки. Оно со с косточками. А нет, это не мандарин. Это, наверное, персиковый, с косточками персика. Вот, очень хорошее. Это крем для тела. А это умывалка. Умывалка, которая с глины, с белой глины. Вот, это все для Нины она просила. Но я же много выписываю всего. Она говорит, там у тебя нету ничего. Я говорю, хорошо, я посмотрю. Вот это для нее. Ну и потом я еще пошла. Я же говорю вам, рано освободилась, 10:30. Думаю, пробегусь по магазинам. Пошла в Нью-Йоркер, там ничего не было. Вот, зашла в МЧМДМ, там тоже ничего. Ну, короче, села на автобус, поехала домой. И думаю, дай-ка я зайду в Сканси. Я зашла в Сканси. Вот такой вот магазин, который называется Капахал. Капахал. И купила вот такую кофточку. Видите, она сначала она стоила, видите, 34,99. Потом на нее поставили 5 евро. Вот, фиксированную цену. И со всех товаров еще 50% скидка. 2,50 она стоила. Вы не смотрите, что размер 2XL написан. Я померила ее, она как раз на меня. Ну, она такая, знаете, объемная. Тут веревка вот эта затягивается. Можно затянуть, можно побольше отпустить. А приятная, приятная. Ну, она синтетика ж, конечно. Сейчас я вот тут отпущу веревочку. Вот эту вот. А, тут завязано. Покажу вам. Можно на любую высоту, на любую эту. Вот так вот можно отпустить. Сейчас мы даже посмотрим, с чего тут состав. Я не думаю, что тут какой-то супер-буперский состав. Вот он. Я думаю, это обычная синтетика. Так. Ну, вот смотрите. 95% полиэстера, и это даже должно быть, ага, и 5% эластана, вот, потому что она стрейчевая. И вот такие штаны себе взяла, вот, все ж собираюсь, ничего не буду покупать, ничего не буду. Такие хорошенькие-хорошенькие штанишки, они такие коротенькие штанишки, да, ну как коротенькие, они до середины икры такие вот, тоже стоили 39,99. Потом оценили в 10, из 10 половину 5. Вот. И за все я заплатила 7,50. 7,50. Когда Нина придет за продуктами, я спрошу, что ей надо. Завтра все равно поеду туда, в ту сторону и зайду. Вот. Ну, потому что ей это большой размер. Она бы тоже такой носила, она такой цвет любит. Он такой красивый зеленый цвет, болотный. Я обожаю такой цвет. Он как-то по камере не так передает. Вообще очень красивый. Вот. На нее не было. А вот такие штанишки были на нее. 44-й ей надо. Я себе взяла 50-й. Ну, тоже не удивляйтесь. Они тут такие узкие. Вот. Я их вот это вот как раз они на меня по ногам. А в поясе, конечно, да. Немножко широковатые. Ну, тут, видите, есть вот эти шлейки. Я сделаю туда... Поясок и будет очень даже хорошо. Потому что был 48-й. Если бы я взяла 48-й, я бы присаживалась, и они бы на мне трещали. Вот. Разъелась я за лето с этим вирусом с этим гадостным.
Ну, достала себе тоже крем, поставила. Это для тела крем. Вот. И для тела крем, для рук. Всем мажусь. Всем. Это рождественская серия. Сейчас покажу вам. Еще раз. Рождественская серия. Видите? Это брусника и миндальный орех. Вот. Ну, вот это вот такие были мои небольшие покупки. Вот и все. Больше ничего не купила. Это я тарты жгла вчера вечером. Надо будет, вот видите, туда свечку вставляю, зажигаю, и вот тарты горят. Это у меня клубничный вкус. Ой, вкусный такой. Вот надо будет свечку зажечь, вот эту вот, и поставить обратно. Вот. Ну, в общем, вот это вот видите, да? Я не стала там мерить ни кофту, ни штаны. Думаю, да, дома померяю, потому что тут вот написано, видите, в течение 2 недель можно возвращать или обменивать. Вот и все. Ну вот, показала вам, да? Вот так немного продуктов, но не стала ждать машину. Пришла еще одна машина, думаю, да нахрена я буду ее ждать? У меня полно, ну, и колбасы есть, и сосиски есть. Вот когда же я ходила, помните, в четверг, когда мне давали на 40 евро эту бумагу, чтобы я могла скупиться. Я там и сосисок себе накупила, и курицы накупила. Надо же его кушать. Оно же лежит в морозилке, стареет. Вот. Так что вполне достаточно. Вот мне скажу, пусть на ужин нажарят картошки нам и селедки вот этой откроем и поедим. Вот такие дела. Так что на этом пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. С хорошей вас начальной неделей. Обычной. Это пасхальная неделя у вас, да? Пасхальная неделя у православных. Вот с хорошей вас пасхальной неделей. Не сердитесь, не огорчайте себя и своих близких, родных. Вот. Обязательно напишите мне под этим видео или под следующим, которое я сделаю, кто будет делать пасхальные куличи, кто будет просто булочки какие-то или рулеты делать, что будете готовить. Обязательно расскажите. Я хоть и лютеранка, но я все равно напеку в субботу булочек или рулетов. Вот, и пойду Нину жугащу обязательно с Левиком. Вот. С Леви. А то спрашивали у меня как-то Леви. Он Леви. Вот, просто я его Левик называю. Вот такие дела. Так что пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь. Комментируйте обязательно. Это моя рабочая комната. Вот цветы мои тут. Я думаю, им тут хорошо. Я думаю, им тут просто замечательно. Они тут хорошо себя чувствуют. И не жарко, и не холодно. Все им тут замечательно. Это мои уроки. Осталось у меня в среду последний урок. Но я прекращать не буду, буду заниматься. Так что еще раз пока-пока. Всего вам доброго. Пока.